Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Ну, площадка от МТС. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит конкурс на вот такой вот красивенький, замечательный скинчик. Если кому это дело интересно, ссылка на мою группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте обязательно, кому это дело интересно. В моей группе ВКонтакте также мы разыгрываем периодически ключи на игры. Народу у нас участвует довольно-таки мало. Шансы выиграть очень-очень большие. Конкурсы у нас проводятся на бесплатной основе. Платить ни за что не надо. Все четко, прозрачно, красиво. Собственно, разыгрываем вот такой вот скинчик из Counter-Strike 2. Вот такая вот красивенькая эмочка. M41S M4Zavr. Повторюсь опять же, ссылочка есть в описании под этим роликом. Залетайте обязательно туда, прыгайте и обязательно участвуйте. Вам я всем желаю удачи и приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик, так сказать, на заключительную упаковку чипсов, которые я купил от бренда, от Мартина. Чипсы со вкусом бекона, картофельные чипсы, смешанные с пшеницей, пшеничной мукой, и также чипсы сами по себе рифленые. Упаковка 100 грамм, покупал в магазине без названия, в прямом смысле этого слова, у магазина реально нету названия. Стоимость этих чипсов 110 рублей. Бренд от Мартина, я думаю, вы прекрасно о таком бренде слышали. Если в магазины ходили, то еще и видели. В основном славится этот бренд от Мартина своими семечками. Сам лично кушал. Очень вкусные. Мне нравятся. Вот, кстати говоря, их логотипчик. Задняя часть упаковочки. На канале у меня были обзоры на эти чипсы. Две упаковочки. На две упаковочки. Это, собственно, третья. Обзорчик у меня был на вкус с креветками. И на вкус сметаны и лука. Чипсы довольно-таки немножечко... Хотя первый обзор вроде как прошел нормально. Вроде как обзорчик зашел на ура. А вот вторые чипсы, а именно вкус сметана с луком, то ли были испорчены, непонятно, то ли сами создатели этих чипсов так вкус придумали, непонятно. Если кому-то будет интересно посмотреть, это как раз-таки ролик, где я говорил об этом, то бишь испорченные чипсы, непонятно, то ли продавцы как-то неправильно хранили чипсы. Вот этот ролик, если кому будет интересно. Превьюшка, название, если что, смотрите, кому интересно. Ролик этот уже вышел давно на моем Дзен-канале. В целом у меня на Дзен-канале всегда ролики выходят намного быстрее, а некоторые ролики на Ютубе никогда не выйдут, но есть давно уже на Дзене лежат, плюс там удобные подборки, плюс там лучше качество контента. Поэтому залетайте по ссылке в описании на мой Дзен-канал, если вам интересно мое творчество. Обязательно логиньтесь через ВК или Яндекс, не забывайте, очень сильно меня так поддержите. Все это, если что, бесплатно для вас, поэтому спасибо большое тем, кто так делает, смотрит меня через ВК или Яндекс, залогиненным на
Дзен. Все правильно, на площадке Дзена. Заранее спасибо. Заранее спасибо тем, кто так делает. Спасибо прямо сейчас. Так. Ну что, давайте открывать, смотреть. Буду надеяться, что чипсы нормальные, потому что, ну, сколько можно уже? Хочу нормальные чипсы, насладиться хотя бы. А то вчера хотел насладиться, не получилось. Молимся. Ну, кажется, эти такие же. Но тут вкус бекона, он более... Запах бекона более такой ароматный. Вкус прям такого мяса жесткого. Так, ну эти в целом так более-менее нормальные. Вкус бекона как будто перекрывает все, либо же чипсы реально нормальные. Не, кушать можно, хорошие чипсы. Но все равно что-то такой привкус немножечко есть. Немного какой-то испорченности. Либо это у меня уже в голове все засело, мысль непонятна. Чипсы, в принципе, не особо жесткие. Такие прям приятненькие чипсики. В целом можно поесть. У них есть небольшая схожесть с предыдущими, которые были то ли испорчены, то ли чего. Но это может быть еще тем, что мясо. Вкус мяса, он, в принципе, плюс-минус такой же вкус дает. Поэтому кто знает. Блин, вот непонятно. Непонятно. Вроде есть какое-то такое ощущение? Вроде бы... И нет. Ну, как сказать, ощущение есть такое, но еще возможно такое, что это просто вкус от мяса просто такой. А так, в целом, чипсы хорошие, вкусные. В плане приправ, в принципе... Чипсы какие-то попадаются прям с огромным количеством приправ. Ну, в меру. Какие-то попадаются чуть меньше. Чувствуется вкус бекона, но его чуточку маловато, так скажем. А так, в целом, чипсы хорошие. Так. Изготовитель ООО «Мартин Урал», ООО «Мартин Байкал». Состав: пеллеты картофельные, овал волнистый, крахмал картофельный, хлопья картофельные, мука экструдированная пшеничная. Поэтому тут у нас перемешка картофеля с мукой. Картофельно-пшеничные чипсы такие получаются. Ну, кстати, я такие уже видел и обзоры делал на них. На канале есть, кому интересно. Возможно, наличие следов ракообразных, рыбы, сои, сельдерея, горчицы, молока, в том числе лактозы. Ну и, в принципе, все. Продукт полностью готов к употреблению. О, хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении при температуре не выше плюс 20 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%. Вот это, кстати говоря...
скорее всего, и была проблема. Потому что чипсы, они, все эти упаковки хранились около окна, где было солнце. А сейчас очень жарко, рекордная жара, кстати говоря, с какого-то там 2003 года, что ли. Сейчас есть, что 2024 год, 3 июля, 2024 год. Два раза сказал, красава. Поэтому сейчас рекордная жара там с какого-то года. Поэтому сейчас чипсы, наверное, портятся только так, легко. Ну, что-то мне кажется, все равно есть такая некая испорченность чипсов. Но в любом случае, если оценивать именно по вкусу, не брать в расчет испорченность, оценочка однозначно 5 из 5. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the